Всем доброго времени суток! С вами Наташа, Секреты Канзаши. В этом видео будет обзор моих новогодних маленьких бантиков на первые хвостики. Эти бантики выполнены с термонаклейками, которыми я делилась раньше. Закачивала их на Google. Есть специальное видео на моем канале, где я рассказываю про эти наклейки, а внизу ссылочка, где можно эти наклейки скачать и распечатать на фотобумаге с термопокрытием. Ну а сейчас давайте посмотрим бантики. Вот такие миленькие бантики получились с этими наклеечками. Кот мышки. Вот она, мышка красавица. Все эти наклеечки, кому надо, кто еще успевает, кто еще не скачивал, можете скачать. Эти наклеечки универсальные, они подойдут на любой год. А вот мышку торопитесь сделать уже сейчас. Вот такой мастер-класс этих бантиков есть на моем канале. Кому интересно, смотрите. Новогодние с маленьким мышонком. А это бантики тоже новогодние, просто покажу, Снегурочка. Такого мастер-класса у меня нет. Просто сделала такие бантики. Но сегодня мне хотелось бы еще показать, какую я вот такую подложку сделала в Photoshop. Для этих бантиков. Они смотрятся так более нарядно. Для этого распечатала на листе картона. Картон обязательно брать, чтобы он был такой вот не глянцевый. Такое покрытие, как шероховатое. И тогда краска будет хорошо впитываться. В противном же случае, если будет матовое покрытие, краска растекется. Кому нужны такие подложечки, называются, или как-то им назвать, или бирочки, вы можете зайти по ссылочке и скачать из папки «Новый год. Подарки моим подписчикам». Эту папку я разместила на Гугле. Поэтому можете скачивать. Ссылка открыта для всех. Надрезаю. Затем сворачиваю уголки. Подгибаю вниз. Вот так. И можно одеть резиночки. Тоже вот похожи новогодние резиночки. У меня есть на них тоже видео. Кому интересно, найдете, посмотрите. Все, одеваем. И получается тоже прекрасное новогоднее украшение, новогодний подарок. Растягиваем резиночку и одеваем. Вот, получается вот так. Вот такой цветок новогодний, тоже я планирую его сделать на вот этой подложечке. Для этого прорежу отверстие. Если видео кому покажется сильно длинным, проматывайте, я не обижусь. Просто я хочу делать сегодня его без монтажа и все свои действия буду снимать. Сокращать я его не буду. Так, пожалуйста, одеваем бантик. И новогодний подарок готов. Также можно одеть. Эти у меня остаточки получились обрезаны. Как-то неправильно на печать выставила. Можно, конечно, подумать печать, как правильно выставить. Ну, времени у меня не было. Тоже вот прекрасный новогодний подарок принцесске Софии сделала. Ну, еще хочу поделиться вот такими своими новиночками. Мастер-класса на эти банты еще нет. Планирую сделать на новогодних каникулах. Вот такие вот лолочки. Интересные и с прядями. А пряди — это искусственные кукольные волосы. Я их решила в этот раз не распушать.
не сделать такими вот пушистенькими, а решила собрать как две пряди. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди ждет много всего интересного. Кому нужны вот такие вот ссылочки, картиночки, переходите по ссылке, скачивайте. Еще раз скажу, что там есть в этой папочке в открытой все мои новиночки. Все, что новое, я все скидываю в эту папочку. Периодически заглядывайте туда. С наступающими праздниками! С вами была Наташа «Секреты Канзаши». До новых встреч!